Итак, название в коем случае не кликбейт. Канал SourceCraft закрывается. Переходит он с этого дня на канал Игорблог. Давайте поговорим. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SourceCraft, с вами канал SourceCraft и Игорь Че. Меня так зовут в основном Игорь. Итак, сейчас, ребят, хочу вам сообщить кое-какую новость. Уже проблема с покупочкой системника, ну, как бы, это был, как бы, подарок для меня на Новый год, вот. В общем, как говорится, канал Игорблог должен еще основан быть в начале 2020 года, но было много задержек, в общем, вот. Вот. Давайте сейчас расскажем историю канала Игорблог и что вообще сейчас будет происходить. Ну, на самом деле почти ничего. Это ж пошло. Октябрь 2019 года и, в общем, в октябре 2019 года, как говорится, я хотел... Не, хотя... Нет, наверное, на самом деле сентябрь 2019 года, вот, когда я лежал в больнице еще в сентябре 2019 года, в общем, вот, когда нас выписали, в общем, и после этого я хотел и системник, то есть монитор, клавиатуру и мышь. В основном у меня тогда был ноут, в общем. Начнем. Так. А 1 ноября был куплен у меня монитор, да. А 2 ноября уже клавиатура была, то есть была куплена, вот. И так мы это все подключили к ноутбуку, я играл через монитор, через клавиатуру, через мышь. Вот такая история. Но это еще не все. Запахи не изменяются просто. Ну, иногда такое бывает. В общем. И еще я хотел сначала, чтобы это как раз в начале ноября появился канал и блог. Но все задержалось. Потом, может быть, он основан якобы в январе, в начале 2020 года. Потом он должен быть основан еще там где-то в феврале, марте 2020 года. Потом там велось дальше, пока текло время, а Игорблог, этот канал еще даже не был основан. И так все дотекло до февраля 2021 года. Вот. С этого дня канал SourceCraft закрывается, он переходит в Игорблог. В общем, это не ложь, это правда. Канал SourceCraft был основан еще в марте 2020 года, даже в конце. Ну, я забыл, конечно, уже. Сейчас я даже посмотрю, сейчас. В общем, канал SourceCraft был основан 10 марта 2020 года. Прошел почти год с того момента, как появился канал SourceCraft, и, как говорится, именно SourceCraft, он... уже 17 февраля 2021 года закрываться, и теперь он станет Игорблогом, да. Все мы так ждали, прям год, прям целый год, чтобы открылся этот канал Ой, то есть я уже начал эти каналы. Ну, мы ждали, пока откроется этот Игорблог наконец-то, но он открылся, вот. Моему каналу тогда еще исполнилось даже 3 года в 2020 году, ну, в скором времени ему исполнится 4, вот. И что вам, ребят, сказать, ну, по крайней мере, больше ничего. Действительно, это так случилось. Канал SourceCraft, я его просто так создал, но потом решил в последнее время то, что он как бы станет этим Игорблогом. Я планировал SourceCraft закрыть еще... в конце 2020 года, ну, пока что не получалось, потому что, ну, были новогодние праздники, в общем, вот, в последнее время.
Последнее время, да. Все, я правильно сказала, просто немножечко могу затупить, извините. Да. Вот, и тут такая фиговина. Теперь мы можем похлопать. Канал Xbox открылся. Уже с этого дня. Давайте уже попрощаемся с Soulscraft'ом. Спасибо тебе, Soulscraft, что ты был со мной там где-то 11 месяцев, ты был со мной. Вся наша цель была с тобой. Да, конечно. Мы за тебя трудились, Soulscraft. Я за тебя старался. Тебе большое спасибо, прощай. И это был последний голос на Soulscraft. Теперь давайте мы скажем большое спасибо. Прощай, Soulscraft. Итак, мы прощаемся с Soulscraft. И Soulscraft больше нас нет. Спасибо, Soulscraft. Ты был всегда с нами. Давайте скажем прощай, 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 прощай. Привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Игорблог. Наконец-то он открылся. Мы ждали тебя, Игорблог. Один год. Целый год мы тебя ждали. И давайте скажем большое спасибо Soulscraft за то, что он послужил такое время. То есть, Soulscraft он послужил всего где-то месяц 11, да. Мы были очень рады, конечно, Soulscraft, но, в принципе, на нем было, сколько там, 20 подписчиков, да. Использовался Soulscraft для того, чтобы, типа, когда был закрыт, когда закрылся Реон, когда закрылся еще канал Игорчи. Наконец-то Игорчи еще уже возобновился, да, давно-давно, в апреле, вот. И канал Soulscraft, он был еще пока что временно замесой, чем вот. До апреля 2020 года Soulscraft, на Soulscraft выходили видео. Теперь там он полностью был заброшен, и теперь замену вызывается к нам Игорблог. Он к нам приходит. Большое спасибо. Ну что же. Давайте теперь попробуем посмотреть кое-что-то еще. Посмотрим о канале. Итак. Описание. Добро пожаловать на канал Игорблог. Тут видео выходит редко, но в основном тут обзоры и гайды, и летсплеи по Minecraft 1.5.2. Подпишитесь, нажмите на значок со звонком, чтобы не пропустить новые видео. По любому вопросу пишите на мою электронную почту, в любой момент я вам отвечу. Итак, пишите на этот адрес, что хотите, но без мата, без лаптопа. Можете написать в основном, может быть, хотя ладно, шафтоп можно, разница в этом. Итак, Soulscraft появился 10 марта 2020 года. На Игорблог в основном 154 просмотра. И давайте мы все на него подпишемся, чтобы набрать хотя бы 50 подписчиков. Итак, нужно будет потом там закачать многое. На системник там, да,
Почему старая версия Майнкрафта будет выходить, непонятно. То есть на этом канале Игрблог будет видео, то есть летсплей по Майнкрафту, только по старой версии, 1.5.2. То, что мне понравилось, ностальгия, если честно. И, ну, кто-то скажет, перейди на новую версию, но в системе, когда он у меня появился, только касается Windows 10. Но лучше для себя я выбрал, конечно, Minecraft 1.5.2. Там не будет, не особо будет все лагать, там будет, ну, может быть, там настроить, там графику быстро поставить, но это мы посмотрим. Наконец-то канал Игрблог появился. Спасибо большое. Ну что ж, ждите видео на этом канале. Их пока что нету, но вы подпишитесь пока что на этот канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока.